Вот он, справа от меня, прекрасный торт от благотворительного фонда «Твори добро». И мы хотели бы угостить всех-всех участников, и маленьких, и больших, этим прекрасным, замечательным тортом. Как это будет, расскажет у нас кто? Юлия расскажет. Юля, расскажи нам, пожалуйста, как мы должны налететь на него и съесть, или есть маленькими кусочками и наслаждаться? Конечно же, налететь и съесть, но налетаем мы культурно. Сейчас, дорогие друзья, мы, конечно же, хотим услышать еще выступление наших уважаемых гостей. А торт мы будем сейчас резать, и детки будут подходить к нам, мы на тарелочках будем каждому сейчас разговаривать.